Ловкость, хорошая реакция и концентрация – минимальный набор качеств, которыми должен обладать хороший спортсмен по настольному теннису. В Уссурийске проходит первенство среди команд вузов и СУЗов, а также Суворовского училища. В целом 9 составов, в каждом по 3 человека. В Уссурийске очень хорошо развит настольный теннис. У нас несколько федераций. Краевая федерация находится в Уссурийске. У нас 5 мастеров спорта в Уссурийске. Дети – чемпионы и призеры дальневосточных и краевых соревнований. Занимаются детской и узкоспортивной школой. После 2 одиночных встреч будет парная. Затем вновь спортсмены встретятся один на один со своими соперниками. Борьба продолжается до 3 побед. Здесь важна правильная подача мяча и отражение удара. Но главное – умение вести игру в быстром темпе. И у каждого тактика своя. Спонтанно. То есть ты входишь во вкус, и тебе быстрее и быстрее хочется победы. И все. Сейчас уже, в принципе, не занимаюсь. Занималась 8 лет. Для меня это серьезно, так как увлечение уже. Просто раньше, да, серьезные краевые были соревнования. Соревнования продлятся 2 дня. Сегодня за кубки победителей боролись девушки. Завтра с ракетками выйдут юноши. Итоги помогут определить сильнейшие в округе команды. Тамара Илюхина, Игорь Антонов, Телемикс.